Сегодня в ДШИ имени Варламова подвели итоги районной благотворительной экологической акции «Собери макулатуру, накорми животных». Лев Леканин с детских лет мечтает стать экологом. Мальчик очень любит природу, насекомых и животных и когда-нибудь планирует сделать собственное научное открытие. Первые шаги в этом направлении ему помогают сделать воспитатель детского сада номер 232 «Жемчужина», где мальчик обучается в подготовительной группе, ну и, конечно, родители. Я люблю зверей, кошек, собак. Люблю их помогать им, кормить. Да, мы ездим в приюты детские, собираем и детские для животных приюты, собираем корм, собираем все, что необходимо, нужное, что заказывают разные ошейники, там, в общем, стараемся помогать всем, чем можем. Семья не упустила возможность помочь братьям нашим меньшим и приняла участие в благотворительной экологической акции. Лев вместе с мамой принес в садик увесистые стопки старых газет и журналов. Так поступили и другие дети вместе с родителями. В итоге жемчужинки собрали 1 300 кг макулатуры, за что получили грамоты и подарки от организаторов. Напомним, акция стартовала 7 февраля. За это время во многих школах и детсадах района было собрано 25 тонн макулатуры. Очень большое количество приняло участие в этой акции по Тверскому району общеобразовательных учреждений, как и дошкольных учреждений. Сегодня мы подводим итоги. Сегодня у нас праздник. Все собранные средства были переданы на корм животным конного клуба «Кентавр» и станции юных натуралистов. Вот я считаю, что подобные акции, они очень важны и необходимы для именно воспитания вот этой экологической культуры с раннего детства. Организаторы планируют сделать акцию «Сдай макулатуру, накорми животных» ежегодной и расширить масштаб сначала до городской, а затем и областной, чтобы дети со всех муниципалитетов могли внести свою лепту в сохранение природы. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.